Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Эван, мы продолжаем играть на CCD Planet номер 6, как я... Чё за дичь, только этот, гелик проехал, тот 222-й. Продолжаем играть на сервере CCD Planet номер 6, всё как всегда. И предыстория, 12 июля, ровно почти месяц даже больше. Искал я нормальную тачку, с нормальным номером, по адекватной цене, до 8 миллионов. И эту тачку я нашел только сегодня, 20 августа. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Что я могу сказать? Эту тачку добавили очень давно. Я бы сказал, еще в 2019 году, наверное, еще... даже летом 19-м. Короче, это AMG SL65 Mercedes-Benz, как вы видите. Вот такой. Я, конечно, вы можете сказать, ты чё, додик? Не, просто их куча на БУ стоит и куча на аукционе. Ну, я искал с нормальным номером, чтобы не был какой-то рандомный, потому что денег поставить номер у меня нету. Да и плюс, зачем это? Я искал сразу на нормальном номере, но более-менее красивом, на красивом регионе. То были какая-то дичь. Для чего я это искал? Чтобы потом можно было бы... Просто ее очень легко продать. И я сегодня зашел на аукцион и увидел такую SL на номере UUU-081-177. В принципе, полублат, в принципе, такой себе на московском регионе. Ну, пойдет, короче. Купил я ровно за 3 миллиона. Но я пришел, конечно же, забрал. Потому что это просто идеальная тачка за идеальную сумму. И просто которая едет. Да и плюс еще здесь установлены, так понимаю, расширения. Потому что он... прям очень широкий. Да и главное, просто главный прикол этой тачки заключается в этом. Я не понял, а чё крыша не складывается? А, вот, в этом. Я в GTA 5 переиграл и на H нажимал. Вот эта дичь, конечно, которая поднялась, не очень мне нравится. Вот. Можно ее упустить? А, нельзя. А крыша не перестанет закрываться? Ну, прям интересно. Потому что на Редмире, если ты начинаешь открывать крышу и уезжаешь, то крыша не закроется. Вот, например, открываем и газ в пол. А, ей пофиг, короче, да? Да. Это уже прям очень слишком было бы проработано. В принципе, что я могу сказать? Мы сейчас будем смотреть в этом ролике, что же я чувствую, когда еду на машине Вилсакома. Ой, фу, бля, Вилсакома, Стива Джобса. Чё-то я это хотел прикольнуться, не вышло. Надо стекла опустить, кстати, почему они не опускаются. Кстати, посмотрите на спойлер, он тоже поднимается. Вот. Не, ну это прям идеальная моделька. Почему такую модельку не могут сделать на смотру? Я не знаю. Короче, салон, что смотрим салон? Ну, очень прорисованный, прям очень. Еще руль поворачивается, тыры-пыры. Ручник, не, ну, вернее, не ручник, а ножник здесь, потому что он там внизу врубается на педаль. Если честно, хотел бы еще очень затестить здесь Калифорнию. Я надеюсь, ее не убрали. Кстати, потом поедем, посмотрим. Что я могу сделать с этой SL-кой? Я видел тюнинг, который есть на CCD с SL-кой. Вот здесь черный MG1, вроде они так называются, диски. Серый цвет такой, их не... как в со... Я закрыл тачку и поднялась крыша? Нихера себе. А, о, стекла не поднялись, ладно. Вот это прикол, я даже не знал. А если открою, она опустится, если я открою. А если закрою? Назад кладется. Если честно, если бы я не был ютубером, я бы даже ничего не делал. Но если так как я ютубер, придется что-то сделать. Но серый цвет, он очень прикольный здесь. Я бы не менял его, но давно я хотел белую SL. Вот. Возврат в сток? Нет. Диски. Диски стандартные такие нет. И такие нормальные. Задний бампер. У нас стоит от SL. А в чем разница? Можете мне вообще сказать? Это задний бампер. SL. А, здесь расширение. Походу эти комплекты стоят. А, нет. 400 тысяч. У нас стоит комплект Black Series за 400 тысяч. А, вот этот SL 2003 года. Вот это прям Стив Джобса, да. Прям катки большие, да, сразу.
SL500. SL500, SL2009, рестайлинг, короче. И Black Series. Не, ну Black Series это топ. Ну, давайте посмотрим бампера, просто так интересно. Ой. Комплекты давайте 2009 добавим в корзину. Главное не сохраниться, а то будет прям... Press F to pay respect. Ну да, здесь прикольные бампера есть, но нет. Выход. Хотя давайте просто черную добавим, да и все. Чисто черная. Все равно спереди номеров нет, только сзади. Ну и все, покупаем за 10 тысяч рамку. Я думал, наверное, приеду за тюня, ага, фигушки. Он же в полном тюнинге. Кстати, что там на свинтель... Чего? Я только это вижу, пацаны. Если мы сейчас врубим камхак. Вентиляция в подголовниках. Ну такое. Кто такое видел вообще? Я вот честно первый раз вижу, чтобы вентиляция была. Ну, вернее, вентиляцию я видел, но чтобы она именно так, то нет. Я, короче, хочу что-то с ней сделать. Хотя бы что-то. Здесь и тонировка не колхозная. И все просто дело. Только лоб надо трошка притонировать. Конечно, кто сказал, что кабриолеты тонируют, нам надо притонировать. Где-то хотя бы вот так. Дополнительный цвет дисков. Красный. А это... А если мы сделаем белый? Хотя нет, 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 нет. Хотя... Если сделать вот это белым, да? Белую полоску. Вот такую белую. Белую. И... А, нельзя. Ну я понял. Это серый цвет, да? Если сделать черный. Пушка. Если сделать белую, еще лучше. Хотя я не сказал, что она лучше. Здесь серый цвет прям капец как идет. Кстати, у нас что за тип краски? Еще и перламутр. Да, конечно, у кого-то я выкупил эту тачку прям вообще хорошо. Не, вишневого хара перемирать сюда. Перемирять. Вот серый. Серый, да? Вот такой. Просто идеал сюда идет. Черный и белый. Давайте белый сделаем. Я хочу белую. Все, сделали белую. Хотя бы что-то поменять. Цвет блеска. Серый у нас стоит, если сделать... А если сделать черный цвет? Нет. Унитаз. Если вот такой вот белый. Давайте белый сделаем цвет блеска. И давайте сделаем дополнительный цвет дисков. Вот такой вот белый. Только чтобы он не очень прям в глаза кидался. Сделаем его более таким темным, то есть серым. Вот так. Я думаю, тоже неплохо. А цвет диска можно поменять? Ух ты! Не-не-не, спасибо. Как-то в другой раз. Все, смотрится пушка. Гонка. Не знаю, вот так даже мне больше нравится. Хотя я всегда люблю что-то менять, а потом мне ничего не нравится, и я возвращаю в сток. Ну, сейчас, если мы поднимем крышу, поднимем стекла. Вот смотрится вообще очень зло. Напишите в комментариях. Очень, прям очень-очень зло. Мы же на CCD, правильно? Если на CCD, то есть такая клавиша, которая называется R. И показать... Давайте радиальное меню и показать PTS. Мы же можем посмотреть... Мощность 112, тыры-пыры, на это все неинтересно. Посмотреть предыдущих владельцев. Первый купил 5 числа, продал 5. Этот купил 5 и продал 5. Этот купил в 5, а продал 22 марта. Этот купил 22 марта, продал 22 марта. Этот купил 22 марта, продал 29 марта. Этот купил 29 марта, продал 13 мая. Этот грузин. Этот купил 13 мая, продал 22 мая. Этот купил 22 мая и продал 5 июля. Ничего себе, ебать здесь владельцев. Этот продал 7 июля, вернее купил 7 июля, продал 7 июля. Этот 7 купил, 8 продал. 9 купил, 9 продал. 11 купил, 14 продал, 14 купил,
14-го продал, да? 14-го купил, 20-го продал. Ангелок, принц. 20-го купил и 20-го продал. То есть вот этого он был месяц. И я уже самый последний. 20-го купил. И сегодня продам, пацаны. Ничего себе. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, и я 16 владелец. Вот это жестко. Так, 0 литров. Заезжаем. Е85. Зальем литров 10, нам хватит. Даже... Вот так нам хватит. 7 литров нам хватит. Короче, 345. Неплохо. Короче, пацаны, в принципе, на этом все. Мы посмотрели, сколько он едет, что он может, какой тюнинг. В принципе, затюнили, можно сказать. Но он уже был затюнен, я не виноват. Посмотрели, сколько владельцев. Это вообще для меня редкость, чтобы в тачке было 16 владельцев. То одна, двое, трое, там четверо максимум. Здесь 16 человек. Ну, в принципе, SL-ка то. Пишите ваше мнение в комментариях. С вами был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.